Всем привет! Это продолжение видео. Сколько весит бройлер? В прошлом видео обещал, что сниму, когда исполнится бройлером 20 дней. Извините, не успел. Хозяйство, вон, козы, куры, огород. Сейчас бройлером у нас месяц. Я вот такой мини-сарайчик им сколотил. Провел туда свет. Две кормушки, две поилки. Вон они уже какие жирные. Ну, сейчас мы взвесим. Ну, немножко расскажу про этот мини-сарайчик. Вот посмотрите, внизу сетка, зверосетка. Поэтому они какают, и какашки вниз падают. И они ходят уже по сухому, не по говну. Вверх я набросал шифер, остатки какие были. И вот короб собрал, из чего было. О, вода течет. Эх ты. Криво стоит. Собрал, из чего было, из ламината, ДСП всякое. Все это разбирается на зиму. Корпус отдельно, полы отдельно. Ну ладно, давайте взвесим бройлер. Сейчас найдем самого жирного. Здесь так вот поднимается у меня. Самого жирного. Не будем взвешивать мы худых, хотя есть и худенькие. Всякие есть. Вот, по-моему, вот этот самый жирный у нас. Сейчас мы поймаем здесь. Стоять. Закроем. Так, вот отловили мы бройлера. Сейчас отойди, кошара. Сейчас мы установим весы. Тару отминусуем. И у нас эта курица весит 2,5 килограмма. Вот. Всем, кому понравилось мое видео, была полезная информация, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!